Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Fluttergreen, и сегодня мы будем делать реакцию на два крыла. Прошу прощения за... Что-то запершило в горле. Что ж, называется серия «Новая эра». Мы как бы посмотрели уже предательство, по сути. Давайте-ка узнаем, что будет дальше. Смотрите на нее. Тупая, посмотрите на лицо. Точно дурочка тупая. Ну, блин, точно. У нее брали кровь из пальца. Она у нее синяя. Ужеруха. Точно лохушка, она инопланетянин. Синяя кровь. Как смешно. У нее синяя кровь. А инопланетянка? Боже ты мой. Как же ж я ненавижу мразей, которые начинают вот гнать с кого-то приколы в школе, пытаться как-то поддеть. Для чего это вообще сделано, я не понимаю. Для чего они это делают, тоже не понимаю. Просто мрази. Серьезно. Так, я... А, окей. Нарушений нету, так что нормально. О, боже мой. Как-то чересчур она в тот момент себе постригла волосы. Привет, ну, вроде я твой новый заклятый враг. Приятно познакомиться. Как тебя зовут? Новый заклятый враг? Хорошее знакомство. Эй, ты пытаешься победить меня уже 8 лет. Может, будем друзьями? Доча, проснись. О. Кейси, как она могла? Я же мало кому доверяюсь. Наверное, я слишком рано сделала выводы о ней. Ну и где я? Привет. Так ты кто? Я не знаю. Мне просто один мальчик сказал, чтобы я нашла девочку с очками. Только вот я не знаю, что такое очки. Вероятно, он имел в виду меня. Ты очки? Где он? Какая же она странная. Косить? А что такое косить? Эй, вы не все так поняли. Я думаю, мы обойдемся и без этого. Нет! Мне надоело ждать, Мунд. Пора платить по счетам. Нет, подождите, нет! Как же это печально, умереть от кошки. Так, это походу все или нет? Нет, не все. Джексон? Привет, видимо, я плохой агент, да? Который раз ты меня спасаешь? Неловко. Уже бегу! По дороге я нашла выход. Мы можем уйти. Погоди, а где твоя синеволосая подруга? Она предатель. Анджели! Анджели, беги, это ловушка! Предателям не верю! Она скованная! Каким еще предателем, блин? Серьезно, ну, разве все-таки непонятно, что она была под гипнозом каким-то или еще что-то? Не я! Мунд вытащила из меня мою злую сторону. Она обманула тебя, потому что тебе не получилось убить. Вот именно. Я... Да уж. Ладно. На этом серия кончается, и у нас остается всего две, мать его, серии в сезоне. Так что ждите, реакции скоро будут. А также мы начнем второй сезон, первую серию. И я не понимаю, сделай реакцию на второй сезон, первый эпизод. Я видел, что Септи меня добавила.
И какой смысл мне делать реакцию сразу на второй сезон, если я в первый еще не закончил? В чем смысл? Я не понимаю. А люди, видимо, тоже не понимают, типа, что за рофл? Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Флаттер, всем удачи, всем пока.